Surprise, motherfucker! Всем привет, друзья! Сегодня суббота, и сегодня мы с вами побегаем в замечательную игру Life or Dead. Игра весьма интересная, ну, есть очень сложные режимы. Так, и сегодня мы побегаем в мутации. Последний человек на Земле восстанет легенды для зараженных, как последний человек. Класс! Сменить мутацию. Ночной кошмар. Выживание. Погоня за литрами. Особая доставка. Ну давайте начнем сначала, наверное, вот ночной кошмар. Да. Условия мультиплея. Ну, короче, так все и оставляем. Быстрая игра, игра по сети, игра с друзьями на сервере группы Steam. Я не понимаю, в чем разница все. Что значит быстрая игра, что значит по сети, ну по сети и на сервере Steam это не по сети, что ли? А по сети, наверное, вообще по сети, да? Ну, давайте быстрая игра. Так, это что там, а кем это я играю? Ух ты. А где это? Это я играю персонажем, по-моему, с первой части. Здесь есть оружие! Так, это окей, а чё мы сюда залезли? Тут все играют люди. Македонец, Зои, КБГ, 42, Рус. Блин, как все тут сложно. Хорошо, что играем с людьми. А, там, кстати, он есть пулемет. Ложись! Зараза. Меня сходу убили, короче. Да, недолгая была, в принципе, моя игра. Он тупо меня втулил, это крыша какая-то. И я, короче, улетел с крыши. Технично помер. КБГ тоже убили, осталось все, я сейчас тоже убьют. Ну, и македонцу тоже жопа. Она недолгая была, в принципе, игра, ребята. Быстро нас всех покоцали. Македонец даже что-то там выживает. Ну, все. Все, жопа. Нет, он еще как-то выжил. Жесткий зал, реально. Крыша здания. То есть, если обычная угроза, то что они тебя бьют, так тут еще и упасть крыши можно, при этом тоже умереть. Македонец прям держится до последнего, но походу на этом все, да. Но македонец аж 7 минут продержался. Ну, они, наверное, начали раньше. Я-то шел уже, скорее всего. Да. Ну что, давайте еще раз, ребята, вы будете? Сейчас будет перезапуск зала. Так, эмочку. Вот патроны. Так. Вот таблетки. Беру таблетки.
Плохо, что я не могу за спину зайти. Так, ну что? Кто там? Как начинать? Давайте стартуем. Опасное тут такое дело. Возьмем вот это. Осторожно! Граната! Шокей! Плевальщица! Так, ребята, я пока буду на этой крыше. Перезаряжаю! Прикрываю вас еще отсюда. Перезаряжаю. Здесь оружие. Черт! Ну и он опять меня выкинул. Ну вот это неинтересно, серьезно. Если в обычном зале этот херня тебя достает, этот танк сраный, который тебя лупит постоянно, от него хрен убежишь, то вот на этой крыше банально тебя просто он скидывает ударом. И убежать от него не получилось. Я, конечно, не супермастер в эту игру, но 2 минуты это в этом зале, это конечно очень круто, прямо аж. Когда в обычных заях я хотя бы там 5-7 минут, там 8-9 минут даже, там было и 10, было, то это. А тут просто когда ты от одного удара улетаешь. Нет, нет. Либо надо просто банально привыкнуть к этому залу. Сейчас посмотрим. Ну, все равно, я вижу среднее время по этому залу маленький. Вот возьмите, сколько получилось, сколько суммарно игра идет. А, это вот только 2 минуты, да? 12 секунд, 13. Ну, вот в среднем зале минимум 5-6-7 минут держится. В этом зале... ...2.25. Ну, это очень мало. Нас только македонец умудряется как-то выжить. Македонец, походу, прошаренный игрок. Рекорд команды в этом зале 3.31. Это очень мало, на самом деле. Все, теперь мы точно жопа. Куринчик, плевальщица, плюс целая куча этих уродов. Все равно неплохо держится, конечно, но... Ну, а теперь... Еще и громила, еще и наездник. Ну все. Я, конечно, подержался совсем как-то. Мы еле-еле до бронзового стандарта, короче. А, мы не добрались даже до бронзового стандарта. Классно. Какая большая винтовка. Так, что, пробуем еще раз. Забираю винтовку. Пробуем еще раз, наверное, да? Так. Тут здоровенная пушка. Возьмем, наверное, вот это. Оттуда. Можно, интересно, забраться. Вы как-то забраться максимально высоко, конечно, чтобы быть максимально далеко от этих уродов. Но я так подозреваю, что они здесь везде могут залезть.
забыть этим. Насколько пушка эта хороша? Как долго она может стрелять? Она прекращает стрелять. Патроны у нее бесконечные, но она просто перегревается. Так, покрошу, сколько смогу. Блин. Да откуда ты взялся, урод ты вонючий? Бить этого чмыря вонючего. Да чтоб тебя, откуда вы меня беретесь, блин? Дайте мне... Ё-моё, а это что было? Ах ты, чтоб тебя. Да рано, там танк. Сваливать. Да чтоб тебя, ну беги. Да чтоб тебя. Дебильный этот курильщик. Опять курильщик? Да ё-моё, ну блин, пиздец. Спасибо. На помощь скорее. Да. Не, ну... Это очень дебильный зал и сложный. Куча проблем. Во-первых, они везде залазят. Просто везде. Во-вторых, очень тяжело убежать от них. Потому что просто они залазят со всех щелей. То есть невозможно как-то защититься. Куда ты ни пойди, они везде есть. Вот таблетки. Тут лестница, потому что они забегают. Там они тут залазят. Ну, короче... Очень тяжело, на самом деле. Так, ну, давай сначала постоим здесь. А где македонец? Так, ну что, начинаем? Скидывает из ручатки баки. О! Быстрее!
Блин, эта штука, конечно, классная, но только они тут почти не ходят. Да чтоб тебя! Ты смотрел в другую сторону, ты мудло! Вау! Что-то у вас тут перебор явно, Еще и этот прибежал сюда, большерукий дебил. Да ну идите вы нахер! Короче, да, долго мы пробежали. Идите вы нахрен! И как? Минута 37. Замечательно. Просто... Они лезут просто со всех щелей. Прыгиваешь вниз, тебе точно жопа. Наверху, блин, тоже эти плевальщики дурацкие. Короче, не знаю, очень сложный зал. Очень невероятно какой-то сложный, блин. Еще и шанс свалиться вниз постоянно. Здесь есть оружие. Даже не знаю, блин. Оружие. А тут нельзя никуда там. Что здесь? Туда наверх нельзя залезть. Сюда наверх можно. Попробую отсюда, наверное, можно убиваться. Вон они! Плевальщица! Да чтоб тебя, вот сходу, тут же плевальщица плюнула сюда, и охотник этот прибежал. Еще и, блин, этот самый. Я не заряжаю! Я не заряжаю! Вот, бегает по низу. Зараза, ну какого ты сюда плюнула, тварь ты сраная, блин. Короче, мы опять проиграли. Пошел нахер. Мне нужна помощь. Пошел нахер. Там кушают атаки, урод. Я на такое не подписывался. У меня проблемы. Да, опять мы продержались очень недолго. Мне нужна помощь. Помогите! Мне здесь нужна помощь. Круто. Давайте попробуем еще раз. Что-то не идет у нас этот зал совсем. Ну, две минуты. Вообще ни о чем. Так, к нам присоединился еще один игрок. Ануби. Здесь есть оружие. Я даже не знаю, куда лучше пойти.
Здесь есть оружие. Оружие. Так, надо бомбу где-то взять. Подбираю бомбу. Взяли. Так, ну мне, в принципе, неплохо было вот там вот. Вот на этом месте. Подбираю наверху. Аптечку. Так, только не отсюда забегать. Там не достает громила. Главное не упасть. Вот. Тут только плевальчик этот странный, конечно, может. Так, что? Враг идет! Граната, ложись! Да откуда ты взялся, утырок ты сраный, блин? Ну, кто-нибудь, не? Где она орёт? Сейчас здесь будет настоящий ад! Так. Зараза! Зараза. Да откуда ты взялся, урод? Иди нахуй. Ох ты ё. Ну все, до свидания. Короче, все, на сегодня хватит. Вы поняли, в чем суть. Вот такой вот зал. Очень сложный, как по мне, зал. Вообще игра, ну, довольно сложная, но этот зал это вообще какой-то Алис. В следующий раз попробуем другой режим. Ну все, всем пока, подписывайтесь на канал, если вы хотите розыгрыша интересных и тому подобного. Хотите получать голду, ключики в стиме. Естественно, это все будет, когда соберутся подписчики, потому что делать для там даже 100 подписчиков, это все, как бы, мне нет никакого резона. Хотя бы 1000, лучше, конечно, больше. Ну все, друзья, всем пока, подробности в описании.